Ребята, всем привет! Сезон яблок, а значит, пора готовить шарлотку. Приступим! Этот рецепт шарлотки от классического отличается тем, что яичную смесь мы будем с вами подогревать и взбивать. Это можно сделать на водяной бане, либо в машине Kenwood. Берем с вами 4 яйца, 150 грамм сахара, 25 грамм ванильного сахара, либо экстракт ванили. Для вкуса можно добавить 1 столовую ложку коньяка либо ликера. У меня ликер. Устанавливаем чашу в миксер. Устанавливаем насадку и включаем маленькую скорость. Все хорошо перемешиваем. Если вы используете стационарный миксер, то все это делаем на водяной бане. Если же Kenwood, то включаем прогрев до 60-65 градусов. Масса нагрелась, мы выключаем нагрев, увеличиваем скорость и на средней скорости взбиваем до пышности массы. Пока яичная смесь взбивается, займемся яблоками. Берем 6-8 яблок и очищаем их от кожуры. Разрезаем яблоко пополам, удаляем сердцевинки и режем вот такими дольками. Яблоки готовы, трем апельсиновую цедру. К яблокам добавляем мускатный орех, буквально 1/3 чайной ложки, и корицу. Хорошо перемешиваем. Яичная смесь взбилась. И сейчас вмешиваем вручную. Пожалуйста, не игнорируйте этот момент, потому что вмешать желательно вручную. 150 грамм муки и 1/2 чайной ложки разрыхлителя. И аккуратненько вмешиваем. Добавляем цедру 1 апельсина и хорошо перемешиваем. Работаем лопаткой как бы сверху вниз. Подготавливаем форму. Форму берем диаметром 20-22 сантиметра. Я буду использовать разъемное кольцо. На дно я кладу фольгу, чтобы масса не вытекла. Выкладываем 1/3 теста в форму. Распределяем его. Следом выкладываем яблоки. Сверху выливаем оставшееся тесто. И распределяем оставшиеся яблочки. Отправляем в духовой шкаф при температуре 180 градусов примерно на 30-40 минут. Даем шарлотке немножечко остыть и перекладываем ее на красивое блюдо. И аккуратно снимаем кольцо. Вот такой красивый и ароматный пирог у нас получился. Украсить его можно, присыпав сахарной пудрой. Приятного аппетита!